Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что 23 января на главной сцене выставки России зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все регионы страны. На выставку России лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезет семья Терентьевых. Михаил и Екатерина состоят в браке 25 лет и воспитывают 6 детей. Трогательная история чистой любви Петра и Февронии – одна из любимых в России. И именно в день святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День любви, семьи и верности. А Муром давно называют столицей этого светлого праздника. Ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников. Символично и то, что торжественная церемония пройдет во время Всероссийского форума «Родные и любимые», который дал старт Году семьи, ранее объявленному президентом Владимиром Путиным. Администрация Советского района сообщает, что инициативные группы жителей домов 79, 81, 81А по улице Свободы заполнена заявка для участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Их проект под названием «Домовенок-2» – создание спортивной площадки и зоны отдыха для детей и взрослых по улице Свободы, дом 79, дом 81 и дом 81А – направлен на благоустройство дворовой территории. Инициаторы предлагают оборудовать территорию спортивным комплексом, включающим лестницу, турники и теннисный стол, предназначенные для активного времяпрепровождения как для детей, так и для взрослых. Кроме того, планируется создание досуговой зоны с беседкой, лавочками и информационным стендом, чтобы сделать место еще более комфортным и привлекательным. Департамент транспорта сообщает, что в команду «Самара Автогаз» ждут молодые перспективные кадры. Для них проводятся дни открытых дверей и экскурсии на предприятие. Там можно познакомиться с работниками и самим процессом выпуска машин на линию. В 2023 году более 20 подростков от 14 до 17 лет прошли стажировку в различных подразделениях главного перевозчика. Для привлечения молодых сотрудников создана система поощрения. В первый год они получают дополнительные выплаты, в том числе бонусы от профсоюзной организации. Попасть на экскурсию с классом или записаться на собеседование можно по мейлу, указанному на экране.